Привет! Анекдот в Африке про бегемотов. Третий дубль, ну, очень мне нравится. Уже несколько лет. Желтая, жаркая Африка, полдень, жара где-то под 35 градусов. Два бегемота лежат в луже грязи, ни хрена не делают. Просто им совсем скучно, лень что-то делать. Они от нечего делать, так мух гоняют и грязь в лужу мешает, перебирают. И... вот так вот. Ничего не делают. Ничего. Вдруг прибегает мартышка, говорит: ребята, бегемот, мои дорогие, родные, любимые, помогите, пожалуйста, там слон в яму попал, надо его немножко вытащить. Помогите, пожалуйста. А бегемоты говорят: ой, блин, ты знаешь, как нам тяжело. Ну ты видишь, мартышка, что мы очень, очень заняты. А давай мы сейчас все бросим, вот этот здесь вот, и пойдем фигней страдать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего.